как меня нашел? Услышал по радио. И очень удивился, что ты еще жив. Но твоя жена верила. Сьюзен, она ведь... В порядке. И Джек. Мы здесь из-за нее. Полетели домой, Джо. Не могу я домой. Пока не могу. Ты никогда не попадешь внутрь башни. Брось все это, Джо. Должен быть способ. Я тоже ненавижу проигрывать. Но не думай об этом. Скоро ты увидишь жену и сына. Они будут счастливы видеть тебя. Как ты думаешь, что будет, если такой терраформер рухнет с неба? В смысле, свалится с неба прямо на вон ту башню? Да, ты правильно меня понял. Думаю, это классная идея, Джо. Отличный способ самоубийства. А если сработает? Борись или сдохни. Разве не так? Элис, новый план! Thank you.
система навигации. Похоже, мы дрейфуем прямо к башне. Теперь нам осталось отключить питание, и мы сможем свалить эту штуку вниз. Нам нужно взломать эту дверь. Энергоблок на конце линии. Видишь эти кабели? По ним идет энергия от блока по всему терраформеру. Думаю, они приведут нас прямо к энергоблоку. Они заперли все двери. Так-так. Теперь дверь открыта. Вперед! За тобой, Джо. Кабели идут сквозь этот экран.
поторопился. Кабели идут сквозь стену. Нам нужно как-то попасть туда. Придется выйти наверх. Разделимся. Ты направо, я налево. Джо, времени мало.
давай сюда. Сюда. Снайперы, я тебя прикрою. Как и кто? Вот так. Похоже на пульт управления. Нужно как-то открыть. Уже что-то. Теперь другая сторона. Посмотрим, сумеем ли мы открыть дверь.
И куда мы так попадем?